Доброе утро всем. Доброе утро, гусачки мои. Переночевали. Да, гусачки переночевали в тепличке. Погодка сейчас хорошая, солнышко вон какое яркое. Но единственное, что... Давайте, выходите. Единственное, что прохладненько. Идите, потусите немножко, потусите. Да не боитесь вы. Сколько у вас тут температура-то? Ну-ка. 20 градусов, нормально, нормально. Нормально, идите, иди. Иди, иди, гуляй. 20 градусов, нормально. Нормально. И вот тут вот они спали как раз, куда лампочка светит. Видно все-таки. Ну, 20 градусов. Я смотрю, водичка черненькая. Купались, что ли? Да, скорее всего, купались. Купались. И корм кушали, вон там все разбросано. Ну все, поздравляю вас с боевым крещением. Теперь вы, можно сказать, уже переночевали в тепличке. Так, жучка Пупык напугала. Жучка напугала наших Пупык. О, побежал гавкать. Побежал, побежал гавкать. Пупыки, попаситесь. На солнышке паситесь. Солнышко у нас не так уж и много, но сколько есть. Травка вот-вот ток-ток начинает. Только начинает пупыкская травка проявляться. Но пупыки ее сразу уничтожают потихонечку. Смотрите, гуси у нас очень боятся музыки. И поэтому они под меня все прыгают, как будто я их мамка. Смотрите. Идите ко мне, ложитесь, 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 ложитесь под меня, ложитесь. Идите, да ничего сюда. Они не боятся, ты наврал все. Ой, так потопал. Их можно заводить куда угодно. Тише. Может, они наоборот меломаны? Вы мои меломаны, идите спать. Быстренько спать. Быстренько под крылышко, быстренько. Ну что, мои меломаны, очень потанцевали, с вами потанцевали, чуть-чуть потанцевали. Жучка, ты видела, как гусята наши под зеленоглазое такси за мной бегают? Да, гусята у нас меломаны, меломаны они, да, у нас вот такие выросли, дурачки. Да, жучок, чё ты, чё упулился? Чё, жучок, ну, глянь-ка, глянь. На этих пингвинят. О, какие пингвинчики. Одуваны уничтожают. Их можно переносить с места на место. Так, вот тут вот одуваны нужно уничтожить. И они уничтожают их. Да, физически. Уничтожение физически. Жучка. Ну чё ты, жуч? Чё, тут посидишь? Ну вот сиди и сторожи. Сиди и сторожи. А мы пойдем кофе пить. А ты сторожи. Давай, давай. Молодец. Так, я уже из дома. Вон гусятки, вот жучка. Охраняет? Всех чаек отгоняет. Да, ни одна чайка не пролетит. Ни один сокол-коршун, тетеревятник. Даже какой-нибудь задохлый грач не проскочит. Да, жучок. Молодец, гавкой, гавкой. Вот так. Вот. Гусят не пугай только. Так, гусям видали, сколько нарвал зелени? Я думаю, им на целый день хватит. Так, ну а у нас чего? У нас здесь
У них 20 градусов. 20 градусов. Все отлично. А мы уезжаем. А мы уезжаем, друзья мои. Уезжаем в Смоленск. Оставляю их на сутки одних. Одинешенек. Я попросил Лешу. Он придет сегодня-завтра, их выпустит погулять. Чуть-чуть там воду им поменяет. Вот, жучки я навалил, накормил, жучку рыжего накормил, еды всем навалил. Я думаю, за сутки никто не помрет. Ну все, гусятки, давайте, вы теперь самостоятельные. Температура у вас там нормальная, все вроде хорошо. Поехали в Смоленск. Это чей нос торчит, а? Да, жучка, вот мы и приехали из Смоленска, мой хорошенький, да. Кто за тобой ухаживал, жучок, расскажи. Кто за тобой ухаживал, м? Кто ухаживал за жучком? Никто, скажи, не ухаживал, я сама себе была предоставлена. Бедненький жучок. Почти двое суток один-одинешенек, да, был? Молодец, жучок. Один-одинешенек, жучок. Да, один-одинешенек был. Да, 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 да. Ну что ты? Что ты будешь делать? Ну что? Что, жученька? Что? Соскучилась? Не кушал ничего. Почему-то не кушал ничего. Показывали фотографии, не жрешь из миски, скучаешь, да, скучаешь. Ну ладно, не, ничего страшного, тебе похудеть заодно. Да, 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 да. Да, мой хорошенький, жечь, ну че? Ну че ты? Жив-здоров и слава богу, пойдем наших гусачков посмотрим, как там у них делишки. Вот жуч радуется, как жуч радуется, радуется, да, радуешься, жуч. Ну, молодец, все, мы приехали, приехали. Пойдем, открывай нам двери, показывай, что там у тебя, жуч, что нового, м? Ничего, ну что, миски-то как твои, ты что, не жрал ничего? Не жрал ничего, говорят нам. А ну-ка, ну, что-то пожрал, что-то не вижу. Не, пожрал чуть-чуть. Пожрал. Да, ну скажи, сушняком-то много сыт не будешь. Да. Ну ладно, жуч. Ну ладно, жуч. Вон. Молодец, жучка, носится. Во какой. Во какой. Молодец. Молодец. Да молодец ты, мой хорошенький. Молодец. Да, жуч, да, ну чё ты? Ну все, ладно, жуч, пойдем сейчас гусачков посмотрим. Вон гусачки горят, жуч, гусачки вон горят. Пойдем взглянем на них, как там у них делишки. Пойдем, пойдем, жуч, взглянем, пойдем, пойдем, мой хорошенький. Ну чё, жучок, доброе утро. Да, доброе утро. Вон веник стоит, видите? Лёх приходил. Жучку подкармливал. Веником её отгонял. Да, молодец, жучок. Ну чё ты, ну чё? Ну чё, покорный? Покорный жуч, пойдём. Пойдём гусят выпустим, пока солнышко. Солнышко у нас так редко. Давай, давай. Полвосьмого. Полвосьмого утра. Вон гусятки уже меня увидели. Да, мои хорошенькие, вот они. Вот они, пупыкские-распупыки. Идите, идите. Идите сюда. Ну, чего тут в теньке-то щиплете? Вы за два дня выросли, что ли? Я вас не видел, вы уже выросли какие-то. Да что же вы такие огромные-то, а? Ну, молодцы. А где Лиска? Лиска, ты как, ты не вырос, что ли? Лиска, ты что, не вырос? Лиска совсем не вырос. Да. Лиска динозавр. Лиска, у тебя только ноги, размер ноги только вырос. А сам не вырос. Иди на солнышко.
Идите на солнышко, мои хорошие. Молодцы. Попейте водицы немножко. Попейте. Да. Попейте. Ну, вы здоровые стали. Ульрих, давай перышки показывай свои. О, видали? Вон они, перья. Три пера. Рыжуля приперся. Молодец, Рыжуля. Вот твой тапок. Так, у Рыжули клещ отпал сам по себе. Так что не переживайте за него. Вон, видите, никакого клеща у него уже нету. Рыжуль, давай покажись. О, видите? Нет клещей у него. Рыжуль, давай кушать будем. Иди сюда. Иди сюда, мой хорошенький. Так, пупыки, вы что на отмостке делаете? Идите травку жуйте. Отмостку тут разбивают мне. Так, Рыжулька. А у Рыжульки вон новый клещ. Подмыха, видите? Рыж, не бо... Да, я тебе дам нормально. Ну что ты дурака включаешь? У тебя новый клещ вон. Один тебя съел, нового завел себе. Вот друзей ищет. Лучше с нами общайся, Рыжулька. Кушай, иди. Ну, клещи пошли, что сделаешь? Рыжий адаптирован к клещам. Его ни один клещ не возьмет. Вон какой он. Вон пасть какая рыжая. Ух ты, мой хорошенький, Рыжулечка. Ух, какой хорошенький. Иди кушай, вон тебе положено. Нет. Ты только воровать умеешь. Привык воровать. Воровайка. Рыжая воровайка. М? Иди кушай, говорю. Иди. Не хочешь, да? Так вот не хочешь. Хочешь сам найти. Ну, ищи сам давай. Ищи сам. Так, ну все, сейчас жучку еще накормлю. И опять еду в Москву. Опять еду сейчас в Москву. Встречаюсь с товарищами, с исследователями, с Алексеем Зайцем, с Игорем Греком. Так что Анжела, ну, на хозяйстве Анжела остается. Видите, из Смоленска. Вчера ночью приехал, сегодня утром уже опять уезжаю. Вечером приеду, а завтра утром опять уезжаю. В общем, у меня сейчас так вот все в разъездах, поэтому стараюсь, конечно, ролики вам повыкладывать по возможности. Но, с другой стороны, не обессудьте, что они будут коротенькими и, возможно, несодержательными. В общем, вот такие вот дела. Все, ребят, на этом все. Увидимся в будущем. Всем пока!